Всем привет! Опять урожай яблок. Я покажу, как быстро их переработать, то есть раздробить для последующего выжимания сока или настаивания вина. Для этого у нас будет сегодня использован определенный лайфхак, который я собрал из деталей, которые я приобрел в магазине Леруа. Яблоки можно собирать баночку из-под воды 5-литровую. Теперь смотрим сюда, что я сделал. Я купил штангу с резьбой восьмерку и уголки крепежные, заточил их и надел на штангу. Там дрель, трубочку, чтобы было удобнее держать. В принципе, ведро можно использовать какое-нибудь другое. Видите, как ничего не портится. И вот такая каша, которую мы можем отжимать. Или там водички заливать. Так что пользуйтесь. Дешево и сердито. Спасибо за внимание. Ставьте лайки.